Всем добрый вечер. Спасибо за поздравления, впечатления по игре. Видите, какой получилась игра захватывающая, наверное. Вроде бы имели в первом тайме игровое преимущество, знали, как действует Ислыч. И, в принципе, на этих моментах иногда даже попались. Ислыч создала нам пару моментов возле наших ворот, где мы не должны были допускать эти ошибки, потому что мы их разбирали. Плюс по первому тайме по атаке. Опять же, неплохо созидали, были моменты реализовать, не реализовали, опять же, реализация подводит в этом моменте. Второй там сделали корректировки, рассказал ребятам, как можно за счет чего, получается, вскрыть оборону. Начали, забили гол, в принципе, то, что просили, сделали, через ворот фланг вскрыли, и с прострела забили гол. Но потом невынужденная ошибка на 87-й минуте привела нас к пенальти. После этого, хочу сказать благодарность ребятам, молодцы, не опустили руки, пошли вперед и сравняли счет. Ну, не сравняли счет, забили победный гол. Вопрос теперь. Пожалуйста, Кирилл. Белорусский футбол. В последние дни в Минске очень сильно испортилась погода. Насколько это внесло коррективы в подготовку команды к игре? Ну, вы знаете, наверное, спасибо надо сказать работникам стадиона. Если поле было, наверное, не мешало играть, по крайней мере, не было луж, чтобы мяч застревал в каких-то моментах. То есть, ну, внесло, естественно, внесло, мяч быстро ходил, было немножко мягкое поле. Наверное, для ребят это тоже как бы своеобразная нагрузка. Какие-то коррективы. Самое главное, что была возможность играть в футбол. Еще вопросы? Если обращать внимание на статистику, то по ней второй тайм у команды получился более сильным в плане атаки. И в плане нейтрализации моментов Ислыча почти ничего не допустили у своих ворот. Какие коррективы вы вносили в перерыве для того, чтобы... Ну, первые коррективы мы внесли. В первом тайме мы хотели мяч чуть ли не завести, чтобы мы наконец-то начали удары правоворотом. Плюс ко всему, ребятам рассказал, что надо было быстрее разворачивать атаки с фланга на фланг. И когда забивали первый гол, в принципе, это и получилось. Пошел разворот справа на левый фланг, где Бацула отдал передачу вперед на Климовича, и Ложкин по створу замкнул. Еще